Всего за один день были выявлены 19 нарушений правил дорожного движения, среди которых выезд на полосу встречного движения, управление автомобилем без водительских прав, движение по полосе для маршрутных транспортных средств. В отношении нарушителей составлены протоколы. Кроме того, в ходе рейда полицейские задержали подозреваемого в подделке документов. На курортном проспекте житель Московской области предъявил инспекторам удостоверение внештатного сотрудника правоохранительных органов, внешне похожее на фальшивку. Сейчас документ находится на экспертизе, в отношении приезжего проводится проверка.